Щелковский парк культуры и отдыха встречает горожан и гостей в День народного единства. Этот праздник для миллионов россиян особый. Единение России, единение всех наших народов, в которых мы все вместе живем, любим их, уважаем всех, стараемся как-то быть всегда вместе. Когда мы едины, мы непобедимы. Люди разных возрастов и профессий, разных национальностей и вероисповеданий собираются вместе в дань уважения традициям, в дань памяти о подвиге народа, памяти, которая живет в сердцах благодарных потомков. В 1612 году силы второго ополчения полностью освободили Москву от польских интервентов. Это стало переломным моментом смутного времени. И сегодня, когда страна сражается за справедливый и свободный путь, мы понимаем, в чем сила. Сила в единстве нашего народа. И сегодняшний день это еще раз доказывает. Не удается разрушить нашу страну, расшатать наши устои. Мы сильны, как никогда. Мы объединились, и мы победим. История нашей страны показала, что именно сила в единстве народа. Народы России, ее богатство, ее гордость. И на Щелковской земле живут в мире и согласии люди разных национальностей. Объединенные общими ценностями, они сохраняют свои традиции и культуру. О ее разнообразии рассказывает творчество коллективов и солистов городского округа. Это наш с тобой город Щелково, подмосковная сторона. Плодотворное сотрудничество и активное участие в культурно-массовых мероприятиях руководителю Содружества армян Щелково и Фрязино вручили благодарственное письмо главы городского округа Щелково. Они принимают у нас второй год участие, активно участвуют также в культурно-массовых мероприятиях. Сегодня у нас концертная программа, сегодня у нас мастер-классы народных инструментов для жителей и участников нашего мероприятия. Также у нас сегодня состоялся флешмоб. Созданные юными участниками культурно-досуговых формирований и бумажные самолетики запустили участники концерта и зрители. Программа была насыщенной. В этот день сердца слушателей бились в такт с музыкой народов, которые живут в многонациональной стране, в мире, дружбе и единении. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.